На что возложишь упование? Вопрос не раз внутри звучал. Кому пойдешь за утешением? Не раз сей выбор предстоял. Не раз в тяжелые минуты хотелось бы найти того, кто выслушал бы и советом помог, чтоб стало вдруг легко. И ты искал, но только люди не в силах эту боль унять, не в силах дать порой совета, не в силах все уместить, понять. И где-то думал, что помогут, порой, казалось, помогли, но почему душа болела, и в сердце раны так же жгли. Да, проще сразу к человеку метнуться в поисках своих и злить пред ним, что накопилось проблемы с их путей земных. Но в человеке нет опоры, нет, не поможет он тебе, не излечит больную душу, не даст ответ твоей мольбе. Не человек нам, люди, нужен, нам нужен он, великий Бог. Нам так нужны его советы, нам нужно, чтобы он помог. В неспокойном, волнующем мире уголок лишь один ты найдешь. На колени склонившись в молитве, для души там покой обретешь. Я не знаю, как, сколько придется перед Богом в смирении стоять, но дождись от него ты ответа, не устань ты ему доверять. Он придет, не замедлит, я знаю, рук своих ты не смей опускать. Вспомни, сколько раз он тебя, выручая, приходил, чтоб беде поддержать. Неужели своих он забудет? Неужели он мимо пройдет? Не протянет тем помощи руку, кто к нему день и ночь вопьет? Хоть тяжелое время приходит, страх порою на лицах людей, только Бог учит нас упованию среди бурь, болезней, скорбей. Ничего не бывает случайным. Не скажи, почему это случилось со мной. Знает Бог, через что провести нас порою. Рядом с нами идет путь земной. И когда нету сил и слабеет вдруг вера, вдруг покажется, что ты один на пути. Уповая на Бога, знай, что когда ты не сможешь, он на руки возьмет, чтоб тебя понести. Уповайте на Бога всецело, не надейтесь, друзья, на людей. Все ко благу, что здесь происходит. Уповайте на Бога среди житейских путей. Будут трудности и испытания, слезы очи наполнят не раз. Только вера пусть крепнет в страданиях, Боге помощь в нелегкий час. Будешь видеть еще милость Божью, руки к небу поднимешь свои. Только верь, не сдавайся, не бойся, сердце чистым свое сохрани. Верен Бог непременно ответит, не изменен в словах он своих. Во все дни до скончания века не покинет детей он своих. Даже если придется расстаться с этой грязной греховной землей, в небе нам приготовлено царство, соберемся где дружно семьей. А пока здесь, идя по дороге и встречая преграды в пути, с благодарностью в сердце, пусть даже через слезы льется песнь Богу днем и ночи. Бог убирает наши основания, он хочет сами в жизни нашей стать. Бог хочет, чтобы наше упование на Господа могли лишь возлагать. Аминь.